Всем привет! Добро пожаловать на канал Краски Праздника. Сегодня раннее утро воскресного дня. И я решила снять видео о своих пустых баночках. Я не знаю, сейчас это актуально или нет на YouTube такие видео, но я решила снять, потому что немножечко у меня подкопился вот этот вот мусор, и его нужно выбросить из квартиры. Если вам интересно такое видео, оставайтесь со мной и давайте начинать. Первое, это вот такой вот Доместос, ультрабелый, максимальная зона нанесения, семиструйный дозатор, густой гель, убивает микробы именно в белом цвете, очень-очень мне нравится, 1000 мл здесь, я его покупаю по акциям в Пятерочке в основном, за 99-109 рублей. Также закончился вот такой вот Доместос, также литровый, ультраблеск в таком вот золотистом флакончике, но мне он не понравился. То есть пока мое предпочтение остается за ультрабелым. И данный Доместос я покупала в Ленте за 179 рублей. Далее я вам покажу вот такой вот шампунь, который использован буквально, наверное, на четверть. Мне он не понравился. Это ограниченная серия. Я покупала в фикс прайсе этот шампунь за 77 рублей. Гранат, брусника, малина, шиповник для тусклых и непослушных волос. Огромный объем 400 мл. Не могу им пользоваться, наверное, не подходит он для моих волос. Единственное, что здесь хорошо, это запах. И сейчас вот я буду думать, либо я кому-то его смогу отдать, этот шампунь на допользование, либо буду использовать в качестве, возможно, геля для душа или, не знаю, сантехнику мыть этим шампунем. Ну, то есть, больше волос я им мыть не хочу, потому что волосы становятся, как будто бы какой-то вот налет на них появляется. То есть, даже не жирность, а вот какой-то налет средства, что ли. Я даже не знаю, как это вам сказать, как это описать, но данный шампунь не рекомендую к покупке, если будете к нему присматриваться. Вот такой вот шампунь тоже от чистой линии, укрепляющий, крапива, двойная концентрация, для всех типов волос подходит. Вот этот шампунь мне нравится очень, после него волосы отлично промываются, он достаточно хорошо пенится. Хватает одного мытья волос буквально, и после него я использую еще маску для волос, также чистой линии, укрепляющая, тоже с крапивой. Очень мне нравится, как они работают вместе. И сейчас вот у меня также вот такая вот упаковочка стоит, 400 мл, надолго хватает. Вот этот шампунь, если будете менять шампунь, присмотритесь, стоит он порядка 70 рублей, 70-80 рублей где-то так, по скидкам очень часто бывает. Дальше такие вот губки для обуви 365 дней, очень бюджетное средство. Я покупаю бесцветное, потому что обувь есть и черная, и коричневая, и белая, и так далее. То есть беру чаще всего бесцветную. Использовались, покупаю в Ленте, выбрасываю. Прил, бальзам Прил с витамином Е, алоэ вера, эффективно удаляет жир. Использую данное средство и для мытья посуды, но редко посуду мою со средством, и для мытья кухонных поверхностей и так далее. То есть покупаю в основном его, покупаю в фикс прайсе за 50 рублей. Белое покупаю и розового цвета. 450 мл здесь, ну, хватает тоже достаточно надолго. Так, вот такой вот закончился у меня, закончилась туалетная вода «Белый чай» от «Новая заря», по-моему, фирма. Очень мне нравится этот аромат, очень люблю, и, наверное, и при случае, если буду проходить где-то мимо данного магазина, обязательно повторю себе эту покупочку. Вот такой вот флаконик достаточно большой. Это туалетная вода. А еще это 50 мл. Еще бывает как духи. Там уже 30 мл. Ну, цена примерно у них одинаковая. Так, такие вот губки «Твой день» для мытья посуды. Превосходно впитывают, прочные и так далее. Ну, обычные губки. Даже внимания не буду на них заострять. Даже не помню, в каком магазине я их брала.
не могу сказать, но что-то очень дешевого такого сегмента это все было. Данные салфетки от Bonhomme целлюлозные за 55 рублей 5 штук, 15 на 15. Хорошо впитывают. Покупала в фикс прайсе, они у меня были желтого цвета, отлично меня устраивают, использую их на кухне в основном. Так, такие вот ватные палочки, упаковки тоже 365 дней, обычные ватные палки, просто дешевые. Дальше салфетка из целлюлозы 55 рублей. Также, по-моему, я их брала в фикс прайсе. Да, это же их наклеечки. Вот. Они, кстати, похожи вот с этими. По-моему, это даже одно и то же. А, ну нет, здесь какое-то другое у нас. Другая фирма. Другой изготовитель. Ну, в общем, хорошие салфетки. Постоянно их беру. Губка для мытья посуды от Bonhomme 8 штук. Если их менять часто, то губки хорошие. Если вы пользуете губки долго, то не рекомендую, потому что отслаивается у них вот поверхность с поролончиком и поверхность с такой зеленой штучкой абразивной. Так, это что касается салфеточек. Далее покажу вам упаковку от детского мыла. Также брала в фикс прайсе за 55 рублей. Здесь 5 кусочков. Детское мыло с кремом. Фирма. 75 грамм весит кусочек. В общем, такое вот мыло. Я пользуюсь в основном кусковым мылом, твердым, поэтому мне оно очень подходит. О, здесь еще вот от ватных палочек есть у меня упаковка, еще одна. О, сколько у меня от ватных палочек накопилось. Вот такая вот саянская фольга алюминиевая за 77 рублей. Это, по-моему, да, вот особо прочная, очень мне нравится, она толстая такая, отличная для запекания я ее использую. То есть я, если продукты мне нужно хранить в какой-то... Если продукты мне нужно хранить в холодильнике, я использую более тонкую фольгу. Если же мне нужно готовить в фольге какую-то еду, то я использую вот особо прочную. Очень мне она понравилась. 77 рублей в фикс прайсе. Присмотритесь, если вдруг вам тоже в скором времени она пригодится. Так, ну и мои любимые средства от Velour. Так, еще где-то были. Вот здесь вот. Так, вот, два черных и два геля для стирки и детского белья. Тоже не буду уже говорить вам о них, насколько они там хороши. Присмотритесь к покупке. В общем, вы и сами все прекрасно знаете. Вот, четыре геля у меня закончилось. Салфетки от Coté. Так, от Coté еще что-то было у меня. Еще были вот такие вот диски ватные. Здесь 140 штук, они с прошитым краем. О, здесь еще 20 штук в подарок. Ну, наверное, было, наверное, их 160 штук. Конечно же, их никто не считал. Тоже закончились. Ну, в принципе, неплохие такие диски. Они расслаиваются, хорошие. А салфетки от Coté, я думаю, тоже всем известны. Так, еще у меня было две... упаковочки от маленьких салфеток или не две. Ну, в общем, не знаю, нет у меня пока еще привычки складывать все-все-все подряд упаковки, то есть что успела подобрать, то и оставила. Еще хочу вам показать вот такие вот, вот такую упаковку от стелек. Это целлюлозные стельки, идеально подходят для летней обуви, содержат натуральный хлопок и целлюлозу. Выглядят данные стельки вот таким вот образом. Покупала в фикс прайсе. Здесь 4 пары вот таких вот стелек. Стоят 50 рублей, по-моему. Их можно разрезать вот по нанесенной линии до 46 размера, да, я так понимаю, или до 45 размера с 34-го. Ну, я думаю, что здесь можно и маленькие стельки вырезать, ничего страшного не будет. И данные стельки я
использую для балеток, для текстильных кроссовок, для кед. В общем, мне нравится. Но я не могу сказать, что ноги в них прекрасно себя чувствуют, не потеют. У каждого это по-разному проявляется, поэтому нужно пробовать. И стоит 50 рублей за 4 пары. Я думаю, что это недорого. И они прекрасно стираются. То есть мне тоже нравится, стираются они хорошо. Вот в такой вот упаковочке. Если заинтересовались, то присмотритесь. Так, есть у меня также вот такая вот упаковка. Не буду сильно шуршать. Самарит. Это салфетки из IKEA. Это, пожалуй, мои самые любимые салфетки. Они плотные, большие и отличные. И плюс, конечно же, значительный то, что они белого цвета. Антистатик LED закончился. Уменьшает накопление пыли, устраняет слипание тканей, дезодорирует, смягчает ткани. Вот такой вот антистатик, 120 грамм здесь. Он стоит где-то рублей, наверное, 50. Я его покупала в Магните. Вот такой вот распылитель. Ну, то есть нормально. На лето такой упаковки точно хватит. Так, хочу вам также показать вот такой вот клей канцелярский. Также он у меня закончился. Не покупайте Office Space вот такой вот клей. Ну, я не знаю, если только какие-то приклеивать чеки к листу бумаги, например. Но для каких-то творческих процессов вообще нет никак. Мне он не понравился. Хорошо, что купила маленький тюбик. Так, вот такой вот карандаш от фирмы Релуи. Конечно же, здесь уже ни фирмы, ничего не видно. Вот такой вот карандашик. А, вот Релуи, можно прочитать. В 0,2 оттенке. Сейчас я вам покажу, какой это цвет. Это темно-серый цвет. Очень мне нравится. Он очень мягкий. Если у вас в городе продают данную фирму, то присмотритесь. Также такая вот тушь закончилась. Также от Релуи Голд. Тушь для ресниц с подкручивающим эффектом, объемная. Ой, данной тушью пользовалась долго и много. Она стоит где-то 180 рублей, по-моему. Вот так вот она собирает по итогу тушь в себя. Не знаю, рекомендовать или нет. Да, красивые ресницы, хорошо красит, по качеству хорошие, не вызывает аллергии. Но вот тушь быстро сохнет, много набирает на кисточку туши, то есть постоянно нужно ее салфетку вытирать и так далее. Ну, то есть, не знаю, присмотритесь, если есть необходимость в покупке туши у вас сейчас. Так, что касается, значит, бальзамов для губ, раз, два. Вот закончились совершенно два бальзама для губ. Покупаю, как я уже говорила неоднократно, я их покупаю очень часто. Их мне, ну, я не знаю, одного бальзама, наверное, где-то меньше, чем на месяц хватает, но достаточно. Цена у них очень бюджетная, 30 с небольшим рублей. Так, остался у меня вот такой вот крем для лица дневной, легкий, увлажняющий. Алоэ вера, вытяжка из цветов василька. Нравится мне, он действительно легкий, увлажняет. И можно, вот, когда, допустим, кожа немножечко загорела на солнце, больше, чем нужно, можно вот использовать его, и успокаивает кожу хорошо. Так, и что касается у меня зубных паст. Такой вот я попробовала зубной порошок в готовом виде от Фитодоктор. Кто пользовался зубным порошком, наверное, знают, что это такое. Но желаемого результата я, конечно, не получила от этой пасты. Вряд ли буду брать еще. Затем Локолют вот закончился. Ну, зубной порошок еще пока не закончился, но упаковку я выбрасываю. Локолют Актив закончился. И вот такой вот сплат лечебные травы также закончился. Так, ну и, пожалуй, все на сегодня. Все мои пустые баночки. Пишите, чем вы пользовались из этого, чтобы никогда не купили.
Спасибо за внимание, за просмотры. Хороших вам выходных. Добра и бантиков.